глазу глазу. Monster Truck довольно-таки мощный автомобиль. Я не знаю, как он наверх. Видите, ребята, наверх он слабоватенько едет. Надо только со скоростью ехать. Я не понял, ребята, а как же не выехать наверх? Мне предлагаете разогнаться вот так вот. Дорогие друзья, а перед тем, как посмотреть это видео, я хочу вам порекомендовать подписаться на мой канал. Сделать вы можете это вот здесь вот. Также нажимаем на колокольчик, ставим здесь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Таким образом, когда я буду выпускать новые видео, вы будете их видеть самыми первыми. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в Hill Climb Racing 2. Ну что ж, в прошлый раз мы с вами гоняли в деревне на болоте, гоняли с вами в лесу, гоняли с вами в городе. А сегодня мы с вами погоняем в город и приобретем этот уровень за 3000 рублей. Опа, все, уровень мы купили. Отлично. Ну что ж, давайте нажмем и, собственно, покатаемся здесь на горе. Так, на чем же, на каком же мы транспорте с вами будем ездить по городу? Смотрите. Тюджище вернулось. Гораздо до большего размера. Так, ребята, ну что ж, я предлагаю приобрести Monster Truck за 40 тысяч золотых и заделать, повысить уровни мотор. Давайте сделаем на полную мощность. Так, давайте подвеску. Давайте турбо. Сцепление, чтобы все был порядок. Посмотрим, как мы прокатаемся. Так, ну что ж. Ну что ж, все готовы по горам кататься, ребят. Ну что ж, поехали. Вау. Так, газуй. Наш мастер-трак. Ой. Водитель разбился. Так, ну что ж. Давайте переиграем этот уровень. Тихонечко берем бензинчик, отлично, давай. Так, отлично. Ого, ребята, такая подвеска супер крутая. Так, бензинчик. Берем бензинчик, ой-ой-ой. Газу. Monster Truck довольно-таки мощный автомобиль. Но я не знаю, как он наверх. Видите, ребята, наверх он слабоватенько едет. Надо только со скоростью ехать. Я не понял, ребята, а как же не выехать наверх? Мне предлагаете разогнаться вот так вот? Эй, ну я же не смогу, куда ж ты назад поехал так далеко? Еще и бензин на исходе. Газу, бензин кончается. Ай-яй-яй-яй, кончилось топливо, да что ж такое? А я должен был выехать, но на Monster Truck'е по этому склону очень тяжело выехать. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что мы еще имеем. Что у нас еще есть? Так, играть в режиме приключений. Так, приключения, магазин. Так это у нас уже... Магазин, друзья. Это у нас уже, ребята, куплены все. Все трассы открыты, получается. Ну что ж, давайте тогда возьмем в горах, покатаемся на чем-то другом. Что сможет выехать наверх. У меня так мало машин. Я думал, машин будет больше у меня. Но ничего, с помощью, может, на спортивном автомобиле. Давайте попробуем на спортивном автомобиле. Ого, ребята, нет, спортивный автомобиль по горам, он создан для города. Да что ж такое, свернул голову опять, ничего страшного. Сейчас мы с вами продолжим обязательно эту игру. Продолжим, конечно, повтор.
Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Так, притормозим. Притормозим тихонечко. И туда мы идем. Взяли бензин. Отлично. 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 Тут проехали. Здесь проехали. Дрон-дрон-дрон-дрон-дрон. Так, бензинчик взяли. Отлично. Газы, давай еще немножко. Ай-яй-яй-яй-яй, да что ж ты будешь делать? Не выезжает этот автомобиль, и все, очень бился. И убился. Водитель разбился. Нет, ребята, на этом автомобиле невозможно ездить по горам. Хорошо, если джип, и... Может, на этом джипе? О, я думаю, вот этот джип сможет по горам проехать. Бух. Да. А как же нам теперь выехать? Тихо. Да, тихонечко. Самое главное нам выехать сейчас на этот вверх. Потому что джип вроде мощный. Но что-то опять он не хочет никуда ехать. Давай, может ты выйдешь, попытайся по болоту. Мне кажется, лишь выехать, ребята, реально. Очень тяжело. И бензин у нас на исходе опять. Да что ж так, куря? Что ж мы будем делать без бензина? Кончился бензин у нас. Кончилось топливо. Короче, все это мне уже начинает понемножку надоедать. Так, я предлагаю, ребятушки, взять в городе. Покататься на чем же мы будем кататься на монстр траке и посмотрим, на что в принципе он способен. Ну что, давайте. Ой-ой-ой. Ребята, я не взял топливо, вы представляете? Это может означать, что у нас скоро закончится. Ого, вот это амортизация. Так, газу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не зацепились головой. С головой мы погибли. Отлично. Топливо взяли. Разгон и прыжок. Вау. Ого. Вот это мы прыгали. Вот это глазу. Вот это супер. Вот это мы прыжок с вами делали. Просто отлично. Так, мосты любви разведены. А мы все дальше едем с вами на нашем Monster Truck. И собираем очки для... О, отлично. Но мы не сможем проехать здесь. Мы с вами справимся. Ого, через контейнера вот опять. Это мы проехали. Все больше, чем дальше, тем сложнее. Все больше различных... препятствий, которые нам мешают, ребята. Вот это мы с вами заехали очень далеко. Мы еще здесь с вами не были. Мы уже набрали 259 тысяч очков. Не делает ошибок, тот не продвигается вперед. Так, ребята, ну что ж, теперь давайте погоняем здесь. На вот этом мотоцикле, чтобы проехаться. Да, погоним немножко. Так, ну что ж, погнали.
Ого, ребята, я даже трики делаю. Ой, сломали голову. Ну ничего, сейчас повторочка будет. Сейчас повторим. Обязательно. Так. О, нормально так. Отлично. Так, тихо. Да что ж такое это? Что ж такое, что я не так не могу... поехать. Давай. Малейшее касание и все, мы с вами уже не на мотоцикле, вау. Да что ж такое-то, не можем никак проехать на обычном мотоцикле состязания. Давайте возьмем, я не знаю что, давайте возьмем вот такой вот автомобиль. Давайте в натуре по деревне, ребята, с вами возьмем спортивный автомобиль. Еще на спортивном автомобиле по деревне не ездили, мы ездили только на тракторах разных. Я считаю, что это просто отлично, это не может не радовать. Посмотрите, на какой скорости мы несем. Преодолеваем все препятствия, ребята, которые заданы на этом маршруте. Отлично. Вот так. Этот автомобиль показывает нормальные свои характеристики. Здесь мы заедем куда надо. Отлично, все, бензинчик взяли. Все, что нужно взять. Так, отлично. Так, газ. Так, тихонечко, ребята, не сдаемся, не сдаемся. Просто супер. Газу, еще чуть-чуть, пожалуйста, дай. Ух, да, ребята, мы выехали с вами на эту верхотуру. Ой. Аккуратным быть, никогда не попадаться, никогда не проваливаться в вену. Давай, да что ж. Эх, давай, да что ж. Ребята, сейчас у нас... Ой, что ж ты делаешь? Так, ребята, у меня уже сцепление поломается скоро, давайте... Газу. Да, ребята, я сделаю с вами это. Ну, у нас бензин на исходе, у нас кончается бензин. Нам пищит, что кончается бензин. Ребята, берем бензин. Отлично, все, бензин. У нас полный бак бензина. Мы продолжаем нашу езду. О, по бревнам. Просто супер. Отличненько. Машинка себя ведет. Просто супер. Отлично, бензин, полный бак опять взяли. Супер. Через болото проехали. Ящики забрали. Давай. Что ж ты делаешь? Газу. Отлично. Газу. Вот это, ребята, мы с вами доехали. Мы еще так далеко никогда не заезжали. Ребята, я забыл канистры с бензином. Это означает, что у нас сейчас может закончиться бензин. А у нас бензин, ребята, на нуле бензин. Вы представляете, что же делать? У нас на нуле бензин, у нас его просто сломали. Нет, нам хватит выехать наверх. Кончилось топливо, да что ж такое? Так, ну что ж, дорогие друзья, этот выпуск Hill Climb Racing 2 подошел к концу. Ребята, кто не подписан на канал, обязательно это сделайте. Подпишитесь на канал, поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. И оставляем комментарий. Ну что ж, ребята... До встречи в других выпусках.